Из больницы Орска рабочего гайского ГОКа доставили в отделение нейрохирургии. Одной из больниц Оренбурга пациента привезли в реанимобиле, так как при серьезных травмах позвоночника прибегать к помощи санавиации противопоказано. Напомним, вечером 2 апреля в шахте гайского ГОКа произошло ЧП. Во время рабочей смены перелом шейных позвонков получил проходчик 1965 года рождения. На мужчину упал кусок горной массы. На предприятии создана специальная комиссия, которая устанавливает причины происшествия.